Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Приветствуем вас на матче второй лиги. Третья группа, вторая подгруппа. И сегодня встречаются команды «Сокол» Саратов и «Знамя» Ногинск. 12-й тур. Грязнов, прозвучал свисток, и вот первый удар нападающего. Давайте посмотрим. За эту атаку через Визнович транзитом вперед «Знамени». Передача в штрафную, проходит! Даже по катящемуся мячу, отсюда-то можно приложиться, это гол! Это был, а вот передача подключается и бьет. Налево покатить, и далее передача в штрафную, выход 1-1, удар, гол, и 2-0! Вот здесь классная передача с разворота, и далее в касание, все правильно, на... Грязнов с левой ноги в сторону ворот, подкручивает, тут немножечко не разобрались, смотрим еще раз. На этот момент никого не было из игроков «Знамени» рядом. Хозяевам поаккуратнее действовать сзади. И вот снова удар из-за пределов штрафной «Сокола». Вот так спокойненько Белов обыгрывает, бьет. Тарасенко навешивает чужую штрафную. И вот момент, надо бить, поворотом выходит Журин. Мы отмечаем великолепные действия Журина. Голкипера «Знамени», как он своевременно выбежал. В концовке первого тайма подача следует в штрафную. Удар поворотом и гол! 2-1! Таким вот ударом головой Никита Котин. Федоров бьет далеко вперед. Доходит мяч до Журина, он его в руки забирает. Отсюда можно попытаться и пробить. И вот такая передача. Удар поворотом и снова Журин. В котором Фасхутдинов получил небольшую травму. И вот так пяткой, ой, как красиво играет Козловский. Фасхутдинов доиграл эпизод до конца. В голову попал, в голову Журину. Подача, идиот. Здесь выиграна борьба. Удар, нет, он заблокирован. Будет еще один справа. И гол, и 3-1 счет становится. Нет, поднимает флажок арбитр. Давайте посмотрим на повторе. Уже третий мяч забивает. И мяч-то оказался в сетке. Удар потрясающий был поворотом в ближний угол. Ух, как выкатывает мяч. В этом эпизоде давайте посмотрим. Пробил низом и был очень... Бьет по мячу. И звучит финальный свисток.